Во Второзаконии мы читаем такие удивительные слова, которые сказал сам Бог. «Вот свидетели пред вами призываю сегодня, небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Ты дорог для меня. Ты очень дорог. Так многоценен ты в очах моих, что если пред тобою встанут горы ради тебя, я сокрушу их, раздвину море, иссушу потоки, сломлю врагов стихии, усмирю. Я проведу пустыни твои ноги, чтоб силу показать тебе мою. И то, что ты возлюблен мной был прежде, чем созданы и небо, и земля, я охранял покой твой безмятежный, так нежно я за руку вел тебя, питал тебя своей небесной манной, поил тебя, в болезнях исцелял, ты бунтовал и наносил мне раны. Но я тебе все время все прощал. Я, как орлица, нес тебя на крыльях и в ревности привлек тебя к себе всех идолов, ничтожных и бессильных. Я постыжу, чтоб царствовать тебе. Ведь это я соткал тебя в утробе и охранял, хоть враг хотел сгубить. Быть может, я тебе казался строгим, но это для того, чтоб ты учился жить не так, как раб, по воле Господина из чувства долга. Нет, но из любви. Я твой отец. Так научись быть сыном и уважать желание мое. Ты создан был для славы и победы, чтоб в слабости твоей я был силен. Я допускал, и приходили беды, но всякий раз ты был непобежден. Страшишься вновь, и вновь метают стрелы. Все тот же я, не бойся, я с тобой. Я твой Господь. Мужайся, только веруй, я твой спаситель и никто другой. Хочу излить свои благословения на голову бесценную твою. Увидят, все увидят, без сомнения, насколько сильно я тебя ценю. Что не сравню с тобою все богатства. Ты дорог для меня, ты самый дорогой. Я выкуп за тебя, отдам все царства. Я всем скажу, не трогайте. Он мой. У севера и юга нет власти. Я повелел, отдай и не держи. Я дал тебе свободу, жизнь и счастье. Люби меня, и только мне служи. Все те же слова. Избери жизнь, чтоб жил ты и потомство твое. Аминь.
Аминь.